Всем здорово, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мною Флейзен. Мы играем в GTA 5 Online с вашей любимой рубрикой «Прячь и ищи». Всем здорово! Ну а сегодня, ребята, будет довольно необычный ролик, потому что для этого видоса мы сегодня станем Бэтменами! И самая главная наша задача — спрятать 3 Бэтмобили, которые сегодня подготовлены у нас в коллекции. У нас есть Бэтмобиль низкого класса, Бэтмобиль среднего реактивного класса и самый жесткий гигантский Бэтмобиль, который сегодня мы можем прятать по всей территории богатого района. Ну а правила вы и так хорошо знаете. Нам дается всего лишь 5 минут на поиски, чтобы отыскать самую крутую тачку себе в коллекции. Ну а далее проводим 3 жестких и эпичных испытания, в которых уже сразимся за победу и первое место. Ну а кто сегодня его займет, давайте узнаем далее в ролике. Желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита и крутого настроения. Ну и, ребята, за Бэтмена однозначно лайкос под видос, но мы тогда начинаем. Чуваки, Бэтмен ушел, остался только Джелмен. Поэтому сегодня я буду прятать коллекцию нашего крутого Бэтмена. У нас есть вот такой баги какой-то Бэтмобиль, реактивный Бэтмобиль и Бигфута, я не понимаю, пулемета мобиль какой-то. Ладно, давайте сигнал дадим Флейзену, что рубрика начинается, и он поедет прятать вот эту вот лягуху зеленую. Бамс! Ну все. Итак, рубрика начинается. Давайте первым делом выясним, какую из этих тачек лучше всего будет спрятать именно в городе, а какую на границе. Начнем давайте с самого большого Бэтмобиля, потому что его нужно маскировать в первую очередь очень хорошо. И сегодня он довольно дрифтово, кстати, выглядит. Ничего себе. Черепаха-мобиль какой-то. Погнали, отыщем для него тогда место. Я уже капец 3 круга навернул вокруг города, чуваки. Не знаю, куда маскировать этот Бэтмобиль. Он слишком большой, слишком яркий, желтого цвета 20 века. Короче, давайте его спрячем просто на границе под мостом. Или на мосте, или в мосте. Ладно. Можно его спрятать на берегу озера или еще в канализации. Но канализацию Паша проверять будет. Хотя смотрите, если мы далеко-далеко, глубоко-глубоко заедем, может быть, он его и не найдет. Не понял? Эй, а кто-то, походу, моей тачкой пользуется. Точно! Он теперь точно сюда не сунется, потому что у него тачка спрятана тут, ребята. О, да! Так что давайте его оставим где-нибудь поглубже, подальше. Где-нибудь. Чем мне кажется, мы в Бэт-пещеру приедем какую-нибудь. Вот тут, я думаю, все. Интересное место, ребята. Вот тут оставляем Бэтмобиль. И идем теперь за второй нашей тачкой. А пока я прибежал, чуваки, смотрите. Там Паша уже прячет второй Бэтмобиль. Ой, интересно, куда он поехал? Ладно, если он прячет реактивный Бэтмобиль, то давайте тоже спрячем реактивный Бэтмобиль. И причем меня осенило, чуваки. Давайте все свои тачки сегодня я спрячу прямо на границе. Поэтому едем направо, потом налево, направо. И улетаем куда-нибудь в космос. Ладно, шучу, на самом деле, просто-напросто на границу аккуратненько берем и катапультируемся. Погнали! Оп, идеально. О, я придумал! Чуваки, тут есть железная дорога, можем прямо в туннеле спрятать этот Бэтмобиль. Реактивная тачка будет идеально там смотреться. Вот так. И где-то слева тут, я если не ошибаюсь, как раз-таки туннель. Да, чуваки, короче, место будет... Вау! Идеально. Чего? А что поезд стоит? Не понял прикола. Водитель, поезд оставили. Это же гениально! Мы можем просто в поезде замаскировать тачку. Или, например, в вагоне. Так, подождите. Тогда мне для этого нужна веревка, чуваки. Веревки цепляем в вагон, выцепляем Бэтмобиль и теперь притягиваемся. Ребята, все. Эту ночку Паша точно не отыщет. Аккуратно делаем вот так. И, кажется, у нас проблемы. Нет, Бэтмобиль! Ой-ой-ой. Он сейчас лопнет. Ладно, не лопнул. Я уже испугался. Чуваки, есть один минус. Нужно немного назад дать, чтобы Паша его не заметил. Или вперед. Ой-ой-ой. Так, есть проблема номер 2. Я застрял! Я застрял. Так, аккуратненько задом выворачиваем. Короче, надеюсь, Паша его не заметит. Ну, или заметит. Но теперь идем прятать. О, последний наш Бэтмобиль. Чуваки, кажется, сейчас будет плохо. Чего? И что мне с этим делать, чуваки? Помогите! A few minutes later. Короче, еле как веревками я его, ребята, вроде притянул туда, и у меня получилось. Все, машина спрятана. Предлагаю теперь запакованный поезд использовать еще раз и спрятать третий Бэтмобиль тоже тут. Как раз там есть открытый вагон, чуваки, куда поместится вот это жаба-мобиль какой-то непонятный. Ну все, едем прямо туда, чуваки. Аккуратненько маскируем две машины в одном месте. Как раз-таки еще получается, что это на границе находится. Мы, получается, сейчас сделаем самую запакованную серию, чуваки, потому что первый Бэтмобиль спрятан в каком-то зависшем вагоне. Второй Бэтмобиль сейчас будет тоже в зависшем вагоне. Если я тут не застряну, давай! Криви-копи! Криво-боком, криво-каком, ребята, я залезаю! Вау! И перелетаю! Так,
Поезд на месте. Главное, чтобы он это не уехал только. Так, получается, теперь нужно замаскировать Бэтмобиль мой вот тут. Оп, аккуратно. Вот, вот, гениальная нычка рядом. Все, мой Бэтмобиль перевернут, спрятан прямо в поезде, а я за поездом. Ой, теперь осталось только начать наши поиски и проверить, кто сегодня коллекции найдет больше. Ну а сегодня, ребята, раз мы настоящие Бэтмены, то и будем кататься на настоящих Бэтмобилях. Wow. А точнее, бета-циклах. Вот такие мопеды у нас. Так, три мопеда для Паши, три мопеда для этого, для Джелмана, короче. Сегодня за 5 минут кто найдет самый крутой Бэтмобиль, тот его и заберет на испытания, в которых мы уже сразимся за победу и первое место. Ну что, Бэтмен, готов? И кто ты, Фейсбэн? Я готов, Джелмен! Раз, два, три, стартуем! Ой, Паша, сегодня у меня настолько получилось круто спрятать свои тачки, я даже сам не думал, что так получится круто спрятать, что ты их не найдешь никогда в жизни. Ой, да-да-да, конечно, ты за каждую серию говоришь, а я нахожу потом. Нет, вот эту серию мне прям GTA помогла сама спрятать машины. Я даже сам ничего не делал почти, вот так аккуратно перепрыгиваем. А, ты под текстурой их спрятал, да? Под текстурой, да. Ну, кстати, отчасти, да, можно сказать, маленькая подсказка тебе. Опа! Отчасти? Пацаны, что за день сегодня такой? Весь день падаю, кувыркаюсь. Застрял! Офигеть! Мне сегодня реально весь день что-то придавливает. Бэтмобиль сегодня придавил, мопед придавил. Магазин! А что это ты тут катаешься? А ну-ка. Я проверил, мало ли что ты мог там Бэтмобиль спрятать, запихнуть. Мало ли, сейчас проверим, чуваки, магазины, сейчас проверим контейнеры. Я, кстати, пытался этому к контейнеру проехать и упал там как раз. Ну-ка, выпустите меня. А я вот, кстати, знаю еще, я знаю, что ты любишь прятать в грузовиках, поэтому сегодня я буду их всех проверять. Ты меня раскусил. Так, чуваки, еще та же, нужно смотреть на билборды, на деревья, потому что у Паши были зеленого цвета Бэтмобили. Так, там нету? Вроде нету. Ну не, Леха, наоборот, сегодня у меня были зеленого цвета Бэтмобили, и я их прятал, знаешь где? На деле, вот, но не на зеленом цвете. Да, елки-палки. Хорошо, хорошо, я воспользуюсь твоей подсказкой и пока что проверю контейнер. А контейнер, блин, он закрытый контейнер. Ладно, контейнеры ты бы не прятал. А я буду проверять сегодня крыши. О, проверяй. Смотри, я пытался по-честному кататься, искать нычки, но я понял, что Бэтмобили настолько больших размеров, чтобы в центре в городе их спрятать, их просто не замаскировать нигде, а вот на границе. А я вот, прятал. Знаешь что, у меня была тактика, короче, вот Бэтмобиль огромный, здоровый, такой как слон, а я его взял и запихнул в маленькое место. Что? Куда ты? Нет! Он меня троллит. Я знаю! Слушай, ой! Куда? Подожди, а ты знаешь, у Бэтмена есть свое убежище, называется Бэт-пещера, Бэт-логово. Ну да, ты там не прятал случайно в Бэт-пещере никакой? Я не прятал, не-не-не. Серьезно, в Бэт-пещере он не прятал. Так, я вроде все кусты, все деревья просмотрел, все пальмы проехал, но ничего вроде бы не вижу. Значит, он прятал не на деревьях, а под землей. Поэтому, Паша, еду я в Бэт-пещеру туда. Опа! Ну давай, ты там все равно ничего не найдешь, потому что это самое банальное место. Ты не ешь туда. Да, думаешь? Хорошо, хорошо. Хотя нет. Ну я бы на самом деле был бы Бэтменом, я бы там прятал. Я бы жил в канализации, как Бэтмен настоящий. Так. А, что? Это черепашки Инди уже. Какие черепашки? Бэтмен с черепашками ниндзями заодно. Он тусит всегда в канализации. Ого! Бэтмобиль! Вот это да! Ого! Бэтмобиль нашел, прикинь, твой зеленого цвета 21 века. А что так на радуешься? Супер! Нет! Офигеть! Вот это да! Вот эта тачка! Я чувствую сарказм твой голос! Я просто! Я же этот предсказатель! Куда поехал? Смотри, зеленый Бэтмобиль! Мало ли что ты что-то там спрятал тоже, то есть ты думаешь, я бы там Бэтмобиль твой прятал, да? Свой прятал? Ну да, конечно. Нет! Ну можешь там всю канализацию проверить, там его нету. Я просто, ладно, я признаюсь, я заехал в канализацию, увидел твой Бэтмобиль, понял, что ты его спрятал и уехал оттуда в другое место прятать, понял, да? То есть смотри, я понял, ты знаешь, что ты бы мог это отъехать на более ближнее расстояние, где-то рядом. Да, на более ближнее, конечно, но тем не менее, чуваки, посмотрите на время, остается у нас почти 2 минуты, а это значит, что первая тачка у меня есть, а у Паши нет еще ни одного Бэтмобиля. А я буду все возле канализации тогда проверять. Ладно, маленькую подсказку, вот остается 1 минута, маленькую подсказку дам, чтобы ты это, без тачки не остался. Хотя подожди, может ему это, пешком сегодня на испытаниях бегать, точно, будет пешком бегать. Я буду за Бэтмена бегать и крюками, веревками использовать. За Бэтмена, конечно, будешь на мопеде кататься. Так, чуваки, смотрим оба. Так, главное мне не перевернуться и не навернуться. Давай, мотоцикл, уезжай. Офигенно. Так, ну, Леха, признавайся, ты прятал сегодня возле канализации еще что-нибудь, а? Возле канализации? А ты что, проверил и ничего не нашел там, да? Ну, там потому что я тебе говорю, я там не прятал, я мегамозг. Так, ребята, я возле канализации. Возле канализации! Ладно, признаюсь, где-то возле канализации я что-то спрятал, да, вот так скажу тебе. Так, смотрим, баба.
Что? Попугай увидел? Немножко напрягает, что поезд через поезд какой-то проезжает. Поезд через... А, я тоже видел, там поезд, короче, завис и на рельсах стоит на месте. Ты там это не ездишь, я просто дарю тебя. Это очень подозрительно, честно говоря. Что? Подозрительно? Я тоже офигел. Он меня там это, придавил Бэтмобиль. Придавил поезд, меня там где-то придавил. А что это тут взорванный Бэтмобиль делает? Взорванный Бэтмобиль? Не знаю. Точно так же не знаю, что Бэтмобиль на дереве делает, Паша. А? Признавайся. Это белки его украли. Не понял. Какие белки? Паша, Паша, ты офигел, что ли? Так, вылезай давай. Что? Что? Ребята, что сегодня за день такой? Катапультировался. Я в космос катапультировался случайно. Эй, Бэтмобиль. Ёлки-палки. Давай. Садись. О, нормально залез. У-ху. Все, чуваки, у меня есть. Первая тачка. Ну, как есть. Была, получается. Я утопил Бэтмобиль, Паша! Ладно, ну, тем не менее, по времени остается еще примерно 15 секунд. И реально он не работает. Да капец! Придется эвакуатору, чуваки, тащить Бэтмобиль еще мне. One hour later. Ну, ничего, чуваки, из любой ситуации можно выкрутиться. Ой, я Бэтмобиль, короче, утопленный свой крюком подцепил. Каким-то кривым тут. Давай, огурчик. И Паша тоже. Ой, а ты что это эвакуатором пользуешься, моей тактикой пользуешься, а? Не ну, понял? А что, нельзя, он дорогой. Нет, надо было это тебе, ногами тащить его, без эвакуатора, пешком. Получается, у Паши есть выбор из одного Бэтмобиля или одного эвакуатора. На чем сегодня в испытаниях будешь гонять, или а? Или одного скутера, ну, конечно, ладно, на Бэтмобиле. На Бэтмобиле, Паша, и я, ребята, тоже, наверное, беру реактивный Бэтмобиль, потому что Бэтмобиль с пулеметами мне не хочется брать, тем более он какой-то неуклюжий. А вот этот, если прокачать, протюнинговать, получится просто пушка-гонка. Так что, чуваки, переходим к нашему первому уже испытанию. Ну а теперь, чуваки, наши Бэтмобили закончили свою прокачку. И посмотрите, сегодня я золотая молния, а Паша у нас красный. Пупс будешь давать. Железный человек. Ой, железный чебурек, знаю тебя. Чуваки, сегодня давайте проверим, кто из нас окажется быстрее, круче в первом испытании. Потому что называется оно гонка без правил. Йоу! И, кстати, кто заметил, у нас тут это в GTA-шке лето наступило. Поэтому предлагаю всем написать в комментариях, что вам нравится больше, зима или лето. А может кому-то осень, а кому-то весна. Ну-ка, реально, пишите, да, поставлю пишите сердечко и отмечу, конечно, лайком своим. Ну, а мы начинаем первое наше испытание. Кстати, стой, вначале ты ответь, тебе что больше, зима или лето нравится? А? Ну-ка. Ну, конечно, лето, я лето? Родился летом. А я не знаю, мне летом нравится зима, а зимой нравится лето. Поэтому, ребята, у меня такое 50 на 50. Ну, короче, начинаем гонку. Раз, два, три, погнали! Ой, иди давай. Иди ты отсюда. Ребята, перелетаем. Эй, моей тактикой пользуется. Я понял. Ой, иди сюда. Я хотел тебя подбить, но не получилось. Золотой унитаз. Что? Золотой унитаз? Да, иди тогда, красный самовар. Так, чуваки, делаем сегодня реактивную гонку. И давайте проверим, кто окажется все-таки быстрее и маневреннее. Ой, потом когда по полной. У меня даже есть тактика. Какая у меня есть тактика? Иди сюда, тактика. Лови машины. Мазила не попала ни одной машины. Ой, а у меня пулеметы есть, Паша, спереди. Давай. Иди сюда. Он сейчас будет меня пытаться подкинуть ускорителем своим. Так что, ой, не лезем. Пока. Давай. Ой, ребята, второе место у кого-то будет стопудово. Я могу трясти. Нет, смотри, ты меня не догонишь, потому что Бэтмобиль у нас одинаковый. Поэтому скорость у нас равная. Ты меня догонишь, только если я врежусь. Ой, я по встречке поехал. Я на поворотах могу гнать. Так, направо. Аккуратно. Ой, да что со мной такое? Я не могу ровно ехать, ребята, это пипец. Ты водятел. Ой, кто? Иди сюда. Как ты там меня называл? Унитаз, да? Это ты, красный унитаз. Ой, давай, до свидания. На тебе. Подрезай его. Не подходи ко мне. Я придумал. Давай, догоняй. Пулеметы не помогут, колеса бронированные у меня. Что? Я быстрее тебя? Пока, до свидули. О, все, я даже ускоритель не врубаю. Я не знаю, все, на ускорителе едем. Давай. Давай, готовый. Ой. Ай, досмотрелся. Паша, это все ты виноват. Иди сюда. Так. Это ребята. Все ты, попа, нюхайся ты. Ладно, рискнуть. Рискнуть, чуваки, поеду по встречке. Давай, сократим немного. Ой. Пипец, это было зря. Давай, Бэтмобиль, по стене едь. Ой, ребята, главное контролировать процесс. Ой, берегись. Газу. Сумасшедший Бэтмен едет. Точнее, это джелман, точно, ребята, я номер один, джелман. Здорово. Паша, ты пипец кривой какой-то. Давай, это финишная прямая. Кто-то из нас получит первый свой балл за первое испытание. Давай. Я тебя уничтожу. Это ты не будешь. Ладно, была не была, ребята. Сейчас буду на трамплине прыгать и Пашу перелетать. Раз, два, три, трамплин. Я лечу. Меня, все, я перелетел, я на финише, Паша, я тебя обманул. Слушай, так, давай. Финиш. Иди, подвинься. Нет. Да куда ты меня отправил?
Ты нормальный? Да, унитаз! Я чуть в кукурешнике не оказался из-за тебя! Стоять! Пипец! Получается, Флейзин зарабатывает первый балл за гонку без правил. И получается 1-0. Ну ничего, дальше у нас будет второе испытание. Там-то я отыграюсь! А теперь, ребята, мое любимое испытание под названием «Толкучка на воде». Ой, у тебя нет шансов. Я тебе отомщу за проигрыш. Да, конечно. Раз, два, три. Кто кого скинет воду, получает балл. Погнали. У-ху! Давай. Бэтмобиль на Бэтмобиль. Шансы на равных. Ой. Нет. Ракеты хотел в меня стрелять. Подожди. Это первое. Кто не понял, чуваки, он толкал только что ракеты, чтобы их в меня пихнуть. И сам взорвался на них. Это карма. Первый балл у меня есть, причем честный. Переходим ко второму нашему раунду. Не, ребята, ну это реально заслуживает вашего лайка. Вот честно, лайкос за удачу Паши. Настолько удачный, что самоуничтожился. Ладно, давай. На счет три начинаем следующий раунд. Раз, я просто подарил два, тебе этот балл. Три. Смотри, а у меня получится. Так, давай. Вот так. Опа! Не. Чуть стрелять начал. Давай, Паша. Сейчас будет самоуничтожение номер два. Ой. Это ты меня бойся. Иди сюда. Оп. Счет у нас 1-1. Пока что наравне. Давай. К ракетам. Увернулся. Прямо в воду увернулся. Чуваки, это пипец. Мы тут будем самоуничтожаться каждый раунд. Поэтому переходим к третьему заключительному раунду толкучки. Ну а теперь, чуваки, наша цель продержаться хотя бы одну минуту на корабле и не улететь самим в воду. Или не взорваться об ракеты. Давайте проверим, кто дольше стоит тут. Эй, не стреляй, не пуляй. Давай. Раз, два, три, погнали. Давай. Кто сильнее, ты или я? Итак, на. Мы наравне сильные. Так, аккуратно, ребята. Ой, пассивно. Не надо меня толкать. Ой, а у кого-то ускорить еще накопится. Я думал, ты взорвался. Иди сюда, вставай. Вставай, ускорителем. Встаю, давай, пам. Да, нет. Не понял. Паша, тебе кого-то надо потушить. На тебе. Ой. Тебя потушить, ты в воду должен ты пойти. Ты уже горишь. Это значит, что он скоро взорвется. Просто продержаться надо чуть-чуть. У меня горит просто еще. Давай. Сейчас я тебя потушу. Прям ракеты отправлю. На. Не понял, где он? Ты где? Ускоритель, блич! Прилетел. Я тебе помогу упасть. Иди сюда, давай. На! Это я тебе помогу, на! Ты меня чуть не скинул. Я не буду подъезжать к тебе. Иди сюда, фиг оттуда. Я так, тебя давай, добью! Давай. Нет. Атака титана, дракона золотого. Вот, ты где? Ты видел? Вот это полеты. Косой дракон! Я конечно. Дракон номер один. Вова, уворот, проезжай. Блич. Давай! Не упал, ты не упал! Ну, конечно, я тут целился, у меня Бэтмобиль тормоза хороший, понимаешь? Да ты, что ты тут делаешь? Здорово, а что, Паша, пока! Ой! Пока! Нет! Так, ловим его! Где он? Где он, ребята? Тихо, не понял? Я ночная птица! Здорово, птица! Так, аккуратно, не толкай меня! Так, атака, на! Нет! Прям я выживу! Или не выживу? Паша! Это капец! Это был... Ой, он падает! Ты упал! Ладно, я был первым, чуваки. Получается, Паша одерживает тут победу и получает 1 балл. Переходим к нашему финальному испытанию. Итак, ребята, врываемся теперь мы на военную базу с 5 звездами. Ой, Бэтмобилем не помеха полицейски. Потому что сейчас мы проверим, кто получит последний свой балл. Опа, я шлагбаум. Чуваки, счет у нас 3-1. Вы только вдумайтесь, 3-1 в счет Паши. Потому что Паша заработал 3 балла, а я всего 1 балл. Просто я настоящий Бэтмен, а ты нет. Какой? Я искусственный Бэтмен. Ой, какой искусственный? Это я настоящий Бэтмен, а ты искусственный. Нет, я не фейк. Ладно, ребята, проверим. Если я был Человеком-пауком, я бы тебя победил тогда стопудово. За Бэтмена просто играть не умею. Оп, направо, налево. Ой, конечно, отмазки. Сейчас, ребята, протараним его. На! Толкучка продолжается, Паша, тебе хана. Давай, я придумал! Ага. Нет, маловато толкаешь. Смотрите, можешь спрятаться на крышу ангара и там просидеть весь раунд и... Победить! Паша, валим на Бэтмобиле мы на золотом прямо на крышу. Вот это трехочковый! Здорово! А я перелетел! Я вижу! Давай! Прямо в танк надо! За территорией, дисквалификация через 3, 2, 1. Да подожди, сейчас! Да, шучу. Смотри, а танки вообще на меня не агрится. Смотри, на Пашу все. Ой. Смотри, раз, два и три. Пушку повернули. Давай, три. Ой, усы подо три. Аккуратно. А что это ты так? Я передумал, я свалю его вообще куда-нибудь. В зимовальник. Ой, так, аккуратно. Зимовальник, здорово. Зимовальник. Ай, виноградник, да я тут в деревьях.
деревьях. Все, прячемся, маскируемся, ребята. Золотой Бэтмобиль. Ай, никто не найдет сегодня. И красный Бэтмен впереди. Здорово. Ладно, Паша, поехали за мной. Челлендж. Ой, разворачивайся, за мной нить. Ой, и туда нить. А куда ехать-то? В ангар. Так, давай. В ангар это либо хорошая, либо плохая тактика. Иди давай отсюда. Газуй. Паса. Ты стой, ты что делаешь? Паса. Не. Ты что делаешь? Так, паса. Давай. Ускорение. Уезжай. Стреляй. Я вышел. Прямо передо мной взорвалась пушка. Ой-ой-ой. Тебе так повезло, ты лайкер просто. А ты что тут делаешь? Я не понимаю, где Паша. Он либо в ангаре, либо на крыше. Здорово. Я на крыше ангара. Я все видел. Его бомбанули на кукуречнике на его. Ну что ж, чуваки, получается, со счетом 3-2 сегодня занимает победу кто? Правильно, Флейзин. Но у меня всего лишь второе место и серебряная медалька. Ну а по окончанию видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. Ну а если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент. Ну что ж, чуваки, а на этом видео подходит к концу. Кому понравился, ставь лайкос и напомню в комментах, напишите, что же вам нравится больше, лето, зима, осень или весна. Ну а с вами был Джайл Флейзин, ссылка на Пашу в описании, как и всегда, переходите и подписывайтесь. Всем удачи, всем покедова! Всем пока, народ!